как вкусно! Знаешь почему? Потому что в том быке жарится баран, а в баране индюк, а в индюке утка, а в утке перепелка. А в перепелке мушка, а в мушке таракан. Вот глупый! Я же тебе правду говорю. Ну ладно, ну пошли отсюда. Ну пошли, это у нас мешок совсем пустой. Смотрите, я испек замечательный пирог. Ведь такого пирога не видали никогда. Я испек его для детей герцога. Я несу его во дворец. Посмотрим, что нам подарили. Ой, смотри, сколько. И почти все ненадкусное. Вот это мышка. А вот это нам. Ну это тоже мышка. А это тоже нам. Ой, ой. А вот здесь было бургундское вино. Мы туда нальем воду, и вода у нас будет винная и бургундская. Да? А вот это очень нужная вещь. И она нам очень пригодится, когда мы будем совсем старенькие. Будем с тобой сидеть в креслах и смотреть друг на друга. Марта, мы нищие. Ничего подобного. Это же нам все подарили. А на Рождество всем дарят подарки. А я не хочу объедки, я хочу настоящий подарок. Ну вот придет Дед Мороз и подарит тебе настоящий подарок. А Деда Мороза к сиротам не ходит. Почему это не ходит? Ходит. А вот помнишь в прошлом году? Ты положила у камина свой башмачок, а на утро там оказался маленький стеклянный шарик. А, я знаю, это сама я положила. Да ничего подобного. Нищие, нищие. А могли бы стать богаче всех. У нас бы было сколько хочешь золота. Тише, не говори об этом громко. Об этом даже думать не смей, а то я тебя, знаешь, как отшлепают. Ну и пусть мне будет плохо, зато ты будешь сыта и богата. Глупенький. Ты же можешь умереть от этого. Смотри, какой ты слабенький. Марта. Я тебя так люблю. И я тебя. Ничего, Май. Мы выживем и так. Нам бы только эту зиму перебиться. А там легче будет. Главное, мы вместе. Не спи, Май, не спи. А то замерзнешь. Смотри лучше на камин. Сейчас оттуда Дед Мороз вылезет. Не вылезет. Вылезет. Вот и я. Здравствуйте, детки. Не ждали. Откройте глазки, откройте ротик. Сейчас я дам вам пирожок. Сейчас, сейчас. Май. Май. Thank you.
Тихо, тук-тук-тук. К вам явился добрый друг. У него игрушки, пряники, хлопушки. Май! Она живая! Я думал, что нашел закоченелый трупик. Боже, я хотел препарировать, как лягушку. Девочка, очнись. Ну, очнись. Очнись, девочка! Стой! Стой! Остановись! Да я не злодей, не сумасшедший. Я лекарь. Изучаю мертвых, чтобы помогать живым. Да я лекарь, ты понимаешь, нет? Ну, стой! Да кто ты такая, а? Кто ты такая, чтобы тебя упрашивать, а? Да сколько вас таких замерзает на дорогах, на дорогах, а? Ну куда? Ну неразумная. Ну ты же заблудишься, провалишься в ручей. Пойдешь в волчью яму, погибнешь. Да не бойся, я тебя не съем. Наоборот, накормлю. Как тебя зовут? Марта. Ну вот, а мне Орландо. А что ты делала в лесу? Я искала брата. Он что, заблудился? Его украли. Кто? Это тайна. А куда ж ты идешь? Не знаю. А тогда нам по пути. Я тоже не знаю, куда еду. Ну! Вон, полянка. Здесь заночуем. Ладно, я расскажу тебе свою тайну. Только ты никому не скажешь. Никому. Мама обладает чудесной силой. Он умеет находить клады. Когда золото близко, он это чувствует. А почему же вы жили в бедности? Да я не позволяла ему искать их. У него от золота делаются судороги. Болит голова, все тело ломит. Я его жалела. Да, тот, кто его украл, разбогатеет. У него-то от золота не будет ни ломоты, ни судорог. Yeah.
теперь мы богачи. Все, все клады мои, все золото мира мое. У твоего брата удивительный талант. Но как мало счастья ты ему принесло, впрочем, как и мне. Я сделал величайшее открытие. Потомки будут меня почитать, как Аристотеля. На пологе, который нас греет, запечатлены спишь. Замерз, мой птенчик. Потерпи, потерпи. Скоро я тебя увезу. Мы уедем в далекую теплую страну. У нас будет много-много золота. Я куплю тебе замок. Прекрасный замок на высокой зеленой горе. Сколько раз, бедный бродяга, я проходил мимо и думал. Настанет день. Этот замок будет мой. Вперед, Брутус, вперед! Волки. Не хнычь. Радуйся, что тебя не съели. Придется идти пешком. Вроде немножко потеплело. Попробуем сдвинуть коляску. Ну, помогай. Помогай, Марта. Поехали. Ничего, обойдемся без лошади. А там внизу найдем твоего брата. Вперед, Марта! Хорошо я придумал, а? Жизнь — это большая река. Мудрец никогда не станет бороться с волнами. Он плывет по течению, потому что знает течение, само вынесет куда надо. О, смотри, мы из зимы въехали в лето. Боже, мир полон чудес. Осторожней. Что я придумал, дура? Что я надел? Всемирный язык. Все пропало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пять способов бессмертия. Размыло. Зимнее платье, обогреваемое теплом человеческих газов. Чего? Ах, лечение зловреднейших опухолей внутри человеческого организма. Не вспомню. Эх ты, о ерунде печешься, а добро он утопил. Да в этих клочках счастье человечества, глупое. Да ладно тебе. В этой идее, которой... Ой. Сейчас побегаем, птенчик мой. Ну, скорей, догоняй меня. Брутус, отвечай, где мы прошли. Ну, скорее, скорее, за мной. Тебе неплохо? Нет? А, как жаль. Отвечай, Брутус. Ну, пошли, пошли. Ничего, ничего, вперед. Что? Голова болит? Кости ломит? Золото. Брутус, копай здесь. Я был до сегодняшнего дня бродяга и вор. Хватит. Хватит жрать чужие объедки и спать на соломе. Божьи ангелы, смотрите на меня с небес. Завтра весь мир будет мой. Сестричка, спаси. Копай, копай. Вот, нашел монетку. Видишь, копай. Копай дальше. Живей, живей. Да нет там ничего. Один камень. Ставил копать всю ночь, чтобы найти единственную монету с ноготь величиной. Маленький паршивый гаденыш. А что это вы делаете, добрые люди? Болото осушаем. И давно? Всю жизнь. А еще до нас наш отец осушал. А до него отец.
Скажите, пожалуйста, а здесь не проходили два человека и с ними маленький мальчик? Это один бородатый, другой кривоногий. Это они. А куда они пошли? К теплому озеру. Куда все? Богатые страны. Ну, скорее, Орландо, мы их догоним. Не ходите! Не ходите! Пропадете! Куда нельзя? Не вернетесь! А в чем дело? Почему нельзя? Нельзя! Нельзя! Ну почему нельзя? Там дракон! Какой еще дракон? Подожди, подожди. Какой дракон? Страшный, кровожадный, огнем дышит. Да вот только увяз тут у нас. Приполз к теплому озеру, да и увяз в болоте. За озером богатые страны, а иначе как по спине дракона не пройти. И сколько рыцарей не ходило с драконом воевать, ни один не вернулся. А мы с братом на рожон не лезем, а сушим болото и к теплому озеру посуху пойдем. Ну, ты слышал? Это действительно дракон. Верная смерть. А как же Май? Дракон сожрет тебя. Чем ты лучше других? Ну, а если он там? Ну, я же не могу его бросить. Вот прямая. Ты видела что-нибудь подобное? Значит, ты не пойдешь? Я? Нет. Не пойдешь? Нет. Ты со мной не пойдешь? Нет. Не пойдешь? Нет, не пойду. Тогда я пойду одна. Иди. И пойду. Иди, иди, прямо в пасть. Иди, иди. И пойду. Иди, 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 иди. Как будто я не жил до тебя. У меня была прекрасная жизнь. У меня тысячи важных идей, тысячи нерешенных задач. Я должен возиться с тобой. Не хочу. Не хочу. И все-таки ты пойдешь со мной. Мне страшно. Я с тобой. Никогда. Мне в другую сторону. Ну, иди. 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 Иди, трус. Ну, что ты ждешь? Иди. Иди. Ну. Жду. Когда ты образумишься. Дурочка. Нет, мы должны его спасти. Ну, кстати, может, это все сказки. Никакого дракона и нет. Но где же дракон-то? Смотри, вон его хвост. Ой. Ну что ты идешь? Ну что, испугался? Да, испугался? Сразу видно, испугался. Испугаешься тут. Идем-то к дракону, по живому дракону, по его спине. Thank you.
Бенбенидос! Не угодно ли отдохнуть в нашей идиллии? Вкусить покой, негу? Спасибо, не откажемся. Мы гостям рады. У нас тут рай. Дракон-то теплый. Огнем дышит. Так что не сеем, не пашем. Все из земли прет. Хочешь ананасы, хочешь репа, все есть. Вы что хотите? А говорили, что свирепый. Сколько рыцарей на него ходило, ни один не вернулся. Ясное дело, не вернулись. Здесь и живут. Я ведь сам рыцарь. Вот, тоже хотел драться с драконом. Так на вас же доспехи-то не налезут. Поправился немножко. Ну ничего, весной попощусь, похудею, в доспехи влезу и в бой. За даму сердца. Я ведь и даму сердца привез. Вот. А я Дульсинея. Здравствуйте. Сон мис мучачос. Расплодились тут. Заходите, угощайтесь. Да мы с удовольствием. Нет, нет, мы пойдем. Ну куда же? Мы спешим. У нас дела. Какие дела? Ну зачем надо было отказываться? Да потому что они противные. А по-моему, очень даже симпатичные. Живут в довольстве. Человек должен быть сыт. В особенности философ. Голодные философы все злые. А философ, который желает добра человечеству, должен есть досыта. Это же варварство! Ему же больно! Ничего! Пусть терпит! Мы до огня добираемся! Дракон так не дыщи! Значит, внутри огонь! Вот добудем огонь! Будь седло! Мы начнем сварить, поджарить! Для дела ведь! И для забавы! Наши Прометеи! А мы дракона! Не боимся! А мы дракона! Победим! Мы дракона не боимся! Мы дракона не боимся! Мы дракона не боимся! Мы дракона не боимся! Мы дракона победим! Наши Гераклы! Победоносцы! А вы кто? Здешний Дон Кихот. Гигантес! Март, Март. Может, все-таки сделаем маленький привал. Поедим, отдохнем перед дорогой. Нам надо спешить. Что за человек? Поесть не даст. Марта. Хочешь идти, иди. А мне надоело, понимаешь? Надоело голодать. Надоело унизительная беготня за куском хлеба. Я ученый. У меня 1000 важных мыслей, которые нужно додумать, 1000 важных дел, которые, кстати, из-за тебя не успел доделать. А здесь, в тиши и сытости, все это доведу до конца. Хочешь идти? Иди. Ну что ты встала? Иди, иди. Иди, а я остаюсь. Кушай на здоровье.
куда. Дальше хода нет. А мне нужно. Я ищу брата. Нет, нет, этого нельзя делать. Работаем. Отсюда никто не уходит. Ведь если ты расскажешь всем про нас, все сюда захотят, на правда? Тюрлик. А на всех всего не хватит. Лос, иди. Даже и не думай. Иди. Дом себе поставишь. От дракона чешуйку отловишь. Стенка, другую отловишь. Кровля. Держи ее! Видала? Вон! За тобой торчат те, которые хотели убежать. Дальше кладбища не убежали. Держи ее! Ай, она кусается! Куда? Куда ты? Стой! Лови предателя! Стойте! Марта, бежим! Thank you.
убивай человека, убивай дважды! Убивай человека и тебе! Ну, предатель. За жирный кусок готов все забыть. Предатель. Да я тебя не слушаю. Предатель. Тебе не понять, что люди могут думать по-разному. Что ты предатель. Ну, а ты тупая зверюшка. А ты предатель. Я тебя спас. И, кстати, чуть не спас твоего брата. Да ты предатель. Какой неблагодарной тварью надо быть, а? Вожусь с ней, как нянька, бросил все свои дела. С тех пор, как я связался с тобой, я ни разу не наелся досыта. Ты предатель. Каждый день рискую своей шкурой. И вот награда. Вот куда мы зайдем. Я хочу посидеть, поесть, выпить вина, поговорить с умными людьми. Но мы же ищем брата. Ой, опять она про этого брата. Бо, ну заладила, как попугай. Ищем брата, ищем брата. А вдруг и они заходили в харчевню? Надо же расспросить, разузнать. Пойдем. Вот кого давно не видели. Ищейки проклятые. Как от него избавиться? Надо донести властям. Чё ты такая унылая? Не смеешься, не танцуешь. В куклу не играешь. Когда-то я играла. Когда-то. Тебе что, 100 лет? Прелестное создание. Примите усталого путника, который истосковался по веселой компании. Сойдет. Ошибаешься? Я, конечно, не так богат, как вы, но... Пошел! Пошел отсюда! Вы видите перед собой прославленного во всем мире врача, поэта, философа. Вы смотрите, кто к нам пожаловал. Гиппократ, Овидий и Аристотель. И все в одном лице. О, позволь мне заключить тебя в свои объятия. Я думаю, что такие насмешки не к лицу такого уважаемого. А? Что вы делаете? Что вы делаете? Отпустите меня! Отпустите меня! У меня не было, никаких намерений. Вы что думаете?
что оружие поэта только его язык, что сила философа лишь в мыслях, ошибаетесь. Что врач только вправляет кости, а не ломает их. Орлан, набереги! Ошибаетесь, негодяй. Хватайте его! Успокойтесь, давайте помиримся, я никому не хочу вреда. Эй, слуги! Погнали, дурачья! Кого вы бьете? Вам сказано, кого бить? Не подходи! Не подходи! Бейте его! Прошу! Ну, держись! Пока держусь! Это вам! Получите! Эй, а это вам! Да жирки бьют! Извините! Ты у меня запоёшь! Извините! Драку затеял не я. Нет, и к тому же их было гораздо больше. Драка тут ни при чем. Приказано тебя схватить за осквернение. Фёдор, ни при чем. Я не знаю, как он попал в руки. Могил и склепов, за насылание порчи на людей и скотину, а также за сговор с врагами княжества, замыслившими свергнуть власть законную от Бога и поставить незаконную от дьявола. Что за спешка? Ну, давайте отложим суд. Нельзя. Приказ герцога. Да что значит приказ? Я как поджаренный кабан. Не могу сидеть. Ах, а кого судить? Да понятия не имею. Да, пообедать бы, да в постельку. До сих пор из носа кровь идет. Не могу унять. Ну, конечно, если сам герцог. А это кто еще? Не знаю. Он зачем здесь? Гоните его! Здесь тебе не харчевня. Ваша честь, это подсудимый. Он подсудимый? Ну, это совершенно меняет дело. Вот кто подсудимый. Надо исполнить долг. Правосудие прежде всего. Так, почитаем, что в этом доносе. Ну, там всего полно. Сговор с врагами. Сговор с врагами. Насылал порчу. Порчу насылал. Осквернял. Осквернял. И замышлял. Замышлял. Опасный преступник. Подсудимый, встань. Ты перед судом строгим, но справедливым. Вот твой защитник. Я. Вот твой обвинитель, а я судья. Надеюсь, ты не станешь напрасно занимать наше время и сразу признаешь свою вину. Что? Он не виноват. Он же изучал мертвых для того, чтобы лечить живых. Он же лекарь. А, вот и свидетельница подтверждает. Святотатство вас сквернял. Зачем ты врешь? Я же не так сказал. Помолчи, помолчи, девочка. Сейчас я все объясню. Да, я препарировал трупы. И, занимаясь анатомией, сделал великое открытие. Помоги, помоги мне, Марта. Сейчас вы во всем убедитесь, сейчас. Я исследовал органы человека, и когда я заглянул внутрь его, мне открылось, что каждый человек – это целый мир.
Внутри него текут реки, ручьи, полные животворной влаги. А то, что мы называем там сердце, легкие, это материки. Это же острова, омываемые океаном, и обитают в этом мире, как я полагаю, тысячи крошечных существ, живущих в согласии друг с другом. И когда я это понял, я сделал еще одно открытие. Я, вы, вот эти стражники, вот эта девочка, все мы, суть, крохотные существа, живущие в одном едином живом организме, имя которому Земля. Реки, реки, это жилы, по которым течет ее голубая кровь. Европа, Азия, Африка, материк, это ее сердце, ее легкие облака, это пар от ее дыхания. И вот к какому выводу я пришел. Раз уж государства являются частями одного единого живого организма, они должны жить в мире. Ну, где это видано? Чтобы правое легкое воевало с левым. Чтобы печень старалась захватить часть селезенки. Люди узнают о моем открытии. На земле прекратятся войны. И наступит золотой век благоденствия. Я рану сюда, гвоздики и перцу побольше. Язык на отдельном блюде под шафранным соусом. Нашпигуй зайчьим салом. Утку тушите в красном вине, а бекаса в белом, смотри, не перепутай. И передай трактирщику, чтобы наливал вино для нас из той бочки, что помечено двумя крестами. Мы скоро придем, пусть ставит на огонь. Кончил свою болтовню? Давай. Теперь я скажу. За все эти преступления по совокупности полагается... Предать смерти 8 раз. Нет, я не согласен. 8 раз. Я не согласен категорически. 3 он уже не виноват. Во-первых, как иностранец. Во-вторых, и в-третьих, как... Зачем спорить? 8 виноват, 3 раза не виноват. Ну, вычтем 3 раза из 8 и 5 раз его повесим. Вот видишь, 3 я уже спас тебе жизнь. Судья в хорошем настроении. Впрочем, сегодня праздник, день рождения герцога, а завтра праздник молодого вина. Полагается еще 2 раза помиловать. 5 - 2 = 3. Тебя повесят всего 3 раза. Не лучше ли нам вместе с ним повесить девчонку и трактирщика? Нет, трактирщика нельзя, он готовит нам обед. И девчонку не надо, мы ведь не звери. Снисходительный суд решает вместо 3 повешений замуровать его в башню. Пускай помрет там с голоду. Эта мера соответствует 3 повешениям? Конечно. Вначале он будет лезть на стены, потом будет есть крыс, а потом крысы сожрут его. Подождите, подождите. Опомнитесь, за что вы лишаете меня жизни? За 2 синяков, за расквашенный нос? А ты как думал? Мы те, кому дана власть над такими, как ты. Поэтому очень дорого стоит мой расквашенный нос. Уж, конечно, дороже, чем твоя жизнь. Отпустите его! Отпустите его! Он же не виноват! Орландо, они пошутили! Они пошутили! Отпустите его! Где ты оживался, нынешний денёк? Ах ты, моя рыбка, ты моя голубка, был я в Божьем храме, вот и все дела. Ах, скажи мне, Генри, милый муженёк. Не сердись на нас, братец. Мы люди подневольные. Да и сам знаешь, сегодня в этой проклятой башне ты, а завтра, может, мы окажемся. Зачем же ждать завтра? Полезайте еще раз. Я с удовольствием доделаю вашу работу. Не грусти обо мне. Звери, что же они делают? Не стоит сердиться на плохих людей. Знаешь,
для чего их создал Бог. Чтобы мы смотрели на них и старались быть совсем другими. Орлан, да! Я хочу с тобой. Ты с ума сошла? Нет! Стой! Нет! Стой! Нет! Вон отсюда! Стой! Стой! Ну что, разбирать? Чего стоите? Закладывайте! Вот бесово отродье! Замуровывайте! Веселее им помирать будет! Нет, ты будешь меня слушаться, каменщики! Каменщики, подождите! Она сейчас выйдет, подождите! Нет, ты будешь! Она выйдет сейчас! Подождите, каменщики! Нет! Негодяи! Мерзавцы, что же вы делаете? Она ребенок! Ну, выньте хоть один камень, я молю вас! Убийцы! Убийцы! Звери! Убийцы! Звери! Негодяи! Звери! Сумасшедший, ты понимаешь, что сама подписала себе смертный приговор? Нас сожрут крысы. Ты этого хотела? Нет. Нас теперь двое. А вдвоем мы легче найдем выход. Выход. Выход замуровали. Нам не на что надеяться. Ладно, ну встань. Ну придумай что-нибудь. Зачем? Умирать надо без суеты. У нас нет выхода. Все беды от этого мальчишки. Сколько можно так мыкаться? Надо выбросить его к дьяволу и заняться настоящим делом. Есть же у нас ремесло ночной разбой, а мы голодаем, холодаем. Заткнись, болван. Пойду попробую добыть корку хлеба, глоток молока. Стойте здесь. Хочешь посмотреть на ежика? Не хочу. В лесу живет ежик. Такой маленький, такой колючий ежик. А? Пойдем, погляди. Не надо в лес. Я боюсь. Как ты мне надоела. Как надоел. Нет. Я тебя не убью, не возьму греха на душу. Но и видеть тебя тоже не желаю. Увези меня отсюда. Я-то пойду. Мне плохо тут. А вот ты-то останешься. Брутус, миленький, пойдем отсюда. Здесь плохо. Перенеси меня на другое место или убей. Ага. Вот. Вот что я раздобыл моему птенчику. Вот что раздобыл. А где мальчишка? Убежал. Как убежал? Все равно пользы от него не на грош. Я убью тебя! Я... Где мальчишка? Говори, говори, где мальчишка? Не надо, хозяин. Хозяин. Май! Поехали. Май! Май! Он где-то здесь. Здесь плачет в лесу. Я слышу. Это лисица лает. Вот. Вот где ты. Вот где ты, мой мальчик. Сейчас. Сейчас я тебя освобожу. Вот. Тебе плохо? Как здесь? Именно здесь. На этом месте. Ну, попей. Попей, попей. Ах ты, мой страдалец. Подожди. Только не умирай. А то и я утоплюсь. Я брошусь в пропасть. Повешусь на первой осине. Ну, подожди, сейчас. Брутус, копай! Копай там! Опять копай. Какой дурак зароет здесь клад.
Видишь, я же говорил. А теперь к нашей мечте. К нашему замку. А по дороге будем искать золото. Золото, золото. Закопай и запомни место. Хотели на волю. Убедилась? Орландо, там Май. С чего ты взяла, что это он? Да я его вижу. Thank you.
Шевелись, безрукая. Смотри, куда ты наступила. Держи, безглазая. Ах, Марта, работы будет много. А что это будет? Сейчас, сейчас увидишь. Эй, колдуны проклятые! Что вы там затеяли? Бросайте свое колдовство! Двоих не выдержит. Полетишь одна. Нет, я одна не полечу. Я разобью. Полетишь одна, я сказал. Нет, не бойся, не разобьемся. Вдвоем разобьемся. Одна нет. Стой здесь, непослушная девчонка. Они внизу, они ломают стену, идут сюда. Ты погибнешь, я хочу тебя спасти. Держись, крепче. Крепче держись. Я не плачь, дурочка. Ну что, хочешь, чтобы мы разбились вдвоем? Ну хорошо, я тебя не брошу. Полетим вдвоем. Обидное опоздать на праздник. Я думаю, что кусок пирога и стакан вина мы заслужили. Странные праздники. Что-то меня знобит от этого веселья. Боюсь, что ждать придется долго. Они мертвы.
В город мы не пойдем. Там чума, от нее нет спасения. А вдруг, брат мой, здесь? Все равно я пойду. Прямо, а? Ты что, бросишься спасать утопающего, если не умеешь плавать? Брошусь. Я палку протяну, ветку нагну, веревку брошу. Всегда можно чем-нибудь помочь. Всегда. Подайте милостеньку, добрые люди. Пожалейте бездомных. Посмотри, какая нищенка бедная. Можно я ей дам монетку? Нельзя. Не высовывай ручку. Нельзя высовывать ручку. Только так мы спасемся. Зачем ты высунул ручку? Не делай этого больше. Мамочка, я весь дрожу. Я заболел. Ой, мне плохо. Девочка, девочка, помоги мне. Идем, Март, идем. Подняться наверх. Помоги, коллеги. Стой. Девочка, помоги. А клюка у тебя на что? Шла бы ты из города, убогая. Или будешь тут бродить, пока всех не переморишь. Я-то понял, кто ты на самом деле. Я тебя сразу узнал. Не тот ли ты лекарь, которого я ищу давно? Я? Нет. Нет? Не тот. Не тот. Значит, мы оба ошиблись. А? Или нет? Иди, живи. Пока. Это легко починить. Летим отсюда. Ну, твоего брата здесь нет. Ты убедилась? Это ветер. Нет, я слышу. Это плачет ребенок. Я ничего не слышу. Это там. Это там. Стой здесь. Как же вы сюда попали, бедненькие? Мы не больные, у нас все умерло, и дом сожгли, а мы в лес убежали и спрятались. Сейчас я с вас это сниму, эту гадость, это мы сейчас все выкинем, это все сейчас костер у нас. А ну-ка, давай снимай эту мерзость, это гнилье все. Ну-ка, давай ножки, ну, давай. Давай, сейчас мы это все выкинем. Бедненький, прямо дрожат все от холода. Сейчас я что-нибудь придумаю. Сейчас какую-нибудь вам одежку сообразим. Сейчас какой-нибудь плащик, какой-нибудь платьице. Сейчас вам какие-нибудь нитки. Сейчас сделаем, что? Придумаем. Сейчас я вас согрею. Сейчас вот ножки. Укутаем. Тепло будет нам. Потом я вас накормлю. Как же ты могла? Как ты посмела? Вот сейчас это мотаем. Ведь это было озарение. Вот. Я не сумею повторить этого. Мы никогда не улетим отсюда. Им же холодно. Да они два маленьких червяка, две личинки. А здесь все мои открытия. Мой дар человечеству.
Твое невежество отбросило науку назад. Летели на этих крыльях, были как ангелы. Как ангелы. А стали как люди. Орландо, я тебя очень люблю. Я даже не знаю, что бы я без тебя делала. Наверное, умерла бы от горя и одиночества. И я бы не перенесла ни этих бед, ни этой дороги. Я тебя тоже полюбил. Ну, конечно, если бы тебя не было, не умер бы. Жилось бы намного скучнее. Только правду. Когда я найду Майя, ты нас не бросишь? Я вас? Никогда. Вы же для меня все равно как родные. Будем странствовать вместе. Майя я научу жонглировать, ходить по канату. А ты будешь варить нам суп и стирать рубашки. Этих букашек тоже заберем с собой. Чем больше семейства, тем веселее. О, их уже четверо. Пора заняться ими всерьез. О, какое общество. Можно мне погреться у вашего костра? Прошу. Мы всем рады. Это там приходила к нам, а потом умерли папа и мама. Здесь очень мило. Но я думаю, сударыня, вам не понравится наша скромная трапеза? Понравится. На вашем месте я осталась бы здесь навсегда. Но у вас на шее алые пятна. Может быть, это чума? Здесь дети. Но я люблю детей. Дети, идите ко мне. Я вас поцелую. Стой! Уйди! Уйди, тварь! Сожму! Не подходи! Сожгу! Не подходи! Что прогнать?
звали Чумо. Не подходите ко мне. Старуха все-таки дотронулась до меня. Марта, последи, чтобы монетки не оплавились. Как обгорят, выгреби. Вам пригодятся. Все мои бумаги заверни в полок и зарой. Люди когда-нибудь найдут, прочитают. Я тебя ругал. А теперь думаю, может быть, все мои великие открытия ничего не стоят. Не говори так. Ты самый умный на свете. Ты лучше всех. Не знаю. Я не знаю. Но сохрани, пожалуйста, записи. Пусть решат потомки. Нет, не говори так. Ты никогда не умрешь. Странно. Все тело горит. В глазах темно, голова ясная, как никогда. Ты обязательно найдешь брата. Будь ему опорой. Судьба дала ему талант, тебе силу. Такая любовь, как твоя. Великая сила. Может быть, даже больше, чем талант. Марта. Я хожу по белу свету,
по нечаянному следу, то по камням, то по снегу. 10 лет, 10 зим, 10 весен не напало, а я так и не узнала, что же стало с братом маленьким моим. Скажите, пожалуйста, а кто живет вон в том замке наверху? Молодой принц. Неразумный он человек, нехороший. И всем правит тут его верный слуга. Послушайся моего совета, девушка. Ты лучше уходи отсюда. Недоброе тут место. Беги скорее! Беги, если жить не надоело! Начнем? Затравим нищенку собачками, как всегда? Ну, давайте. Спустим собак или приколем? Как хочешь. Ну что это за охота? Лежит как дохлая. Пускайте свору! Марта! Ай! Марта! Она искала меня по всему свету и, наконец, нашла! Нашла! Счастлив, что ты нашла меня. Я тебя не нашла. Я нашла не того, кого искала. Что они с тобой сделали, Марья?
тебе скучал. Очень скучал. Это хорошо, что ты к нам забрела. Я не забрела. Я его искала. Ну и хорошо, что нашла. Теперь будем все вместе. Одной семьей. Нет. Я здесь не останусь. И Майя здесь не место. Эй! Тут темно! Я не вижу свою сестричку! Сестричка! Пойдем плясать! Смотри, как он хорош. Настоящий принц. Весел, счастлив. И вот приходишь ты, чтобы отобрать у него это счастье. И у меня тоже. Тебе что, мало золота? Ты купаешься в нем. И Май тебе не нужен. Дурочка. Я его люблю как родного сына. А золото, когда его так много, перестает радовать. Как не печально. У меня есть все. Только я понял, что приобрел одно. Его. Моего сына. Он моя надежда. Он сделает то, что не успел сделать я. В нем будет жить моя душа, когда я сдохну. Кого ты вырастил? Он же негодяй. Безжалостный, подлый, жестокий. Правильно. Потому что в нем живет моя душа. А ты, девочка, убирайся от нас. Отдам тебе столько золота, сколько сможешь увезти. Надо избавиться от нее. Угу. Придушить. Ну, что ты. Мальчишка нам этого не простит. Нет. Нет, он сам. Он сам убьет ее. Посадим девчонку в башню. Угу. Он поможет ей бежать. Даст веревочную лестницу. А она, к несчастью, оборвется. А внизу пусть стоит надежный человек. С кинжалом. Дитя мое. Майя мне как родной сын. Даже дороже сына. А ты его сестра. Стало быть, ты моя дочь. Поцелуй меня. Ну, поцелуй. Поцелуй своего отца. Трянь. Мерзавка! Башню ее! Под замок! Убрать ее! Убрать ее от моего гнева! Негодяй! Коварный негодяй! Мерзавец, старый мерзавец! Сейчас же выпусти ее, слышишь? Я приказываю! О, мое сердце! Мое старое больное сердце! Ты разрываешь его, Май! Она нам чужая! Ей здесь все противно! И ты ей противен, мальчик мой. Я велю тебе ее выпустить. Она дрянь. Она дерзкая, коварная девчонка. Она моя сестра. Ты слышишь, старый мерзавец? Она моя родная сестра. Слышишь? Она твой враг. Если бы ты слышал, что она про тебя говорила, мальчик мой, как я мог это вынести? Немедленно прикажи ее выпустить. Нет врага страшнее, чем она. Май, ты разрываешь мое сердце. Мое старое больное сердце. Марта, сестричка, не горюй, сестричка. Моё горе. Я тебя спасу. Ты, тебе надо бежать. Бежать? Навсегда? Ну почему навсегда? Все меняется. Ты меня искала и нашла, теперь я тебя буду искать. Уж я-то тебя найду. Ты была одна, у меня столько слуг. Май, что они с тобой сделали? Ты же был таким добрым, таким славным мальчиком. Что же они с тобой сделали? Мы были нищие. Мы подыхали с голоду, и это было хорошо, да?
А теперь, когда я своим талантом добился всего, это плохо. Да этот замок, он набит золотом, как сотый медом. А меня не тошнит от него, не болит голова, привык. А чувствовать золото я стал еще лучше. Я его не только чувствую, я его притягиваю. Смотри. Слышишь? Ты ничто, ты ничто, ты просто кукла, одетая в бархат. Вот тут ты ошиблась. Я сильнее их всех. Я сильнее всех в мире. Молчи, Мальцы, молчи, уйди отсюда. Я не хочу больше ничего. Я хочу умереть. Я хочу... А мне зачем жить? Всю жизнь я боялся, страдал и ждал, что ты меня разыщешь. А теперь мне ничего не надо. И пускай все летит к черту. Я никого не боюсь. Умереть хочу. Сейчас ты увидишь. Все золото, которое тут запрятано, я вытащу на свет. Я выпотрошу свои эти тайники! Thank you.
Странно. Не чувствую золота, и оно меня не слушается. Мой талант пропал. И ты жалеешь об этом? Что ты? Считай, что я избавился от болезни. Марта, куда ты? Я пойду. Если б ты знал, какой человек погиб из-за тебя. Лучше бы я тебя не находила. Я всегда буду думать о том, каким ты был и каким ты стал. А я думал, мы полетим домой. Полетим? Ты знаешь, странность какая-то. Мне привиделось, будто мы летим с тобой на таких самодельных крыльях или парусах. Синих. Синих? А откуда ты знаешь? Орландо. Что, девочка? Расскажи мне еще что-нибудь об этих крыльях. Не знаю, как тебе это объяснить, но я их так ясно видел, что мог бы нарисовать, если бы умел, конечно. А ты умеешь? Да нет. Умеешь? Нет. Ну, попробуй.